Всем привет, с вами Ирина. В этом видео хочу показать вам свои стюартинки, которые мы привезли из Германии, из выставки. Это две совершенно разные стюартинки, и цвести они будут, естественно, тоже по-разному. Вот я вам показываю название этих орхидеишек. И хочу показать вот эту вторую. Вы видите, что размеры растения тоже отличаются. Это растение было дороже. Сейчас вам уже точно не скажу стоимость, не помню. А вот, но это растение было в разы дороже. Их было всего два растения я нашла. И Людмила меня попросила выбрать ей какое-то хорошее растение. Вот я взяла себе одну эту растюшечку и Людмиле одну. И хочу показать вам вот этот вот бутончик. Очень классный, ребят, этот бутончик. Во-первых, у нас пигментация немножко больше, чем у первой растюшечки. Посмотрите на эту губу. Губа, конечно, вообще невероятная. Очень классная. Вот первый день, как я увидела только вот эту губу, которая показалась. Но вот такое ощущение, как змеиный язычок такой. Вот такая вот растюшечка, вот такие вот у нас там крапушки более темные. Растение более взрослое, соответственно, оно уже цвело, и цвет, я думаю, здесь будет более такой насыщенный. Но мы с вами еще для сравнения посмотрим, когда она полностью распустится, и мы тогда посмотрим, как же она зацветет. Она у меня была вся в бутонах, я ее очень аккуратно везла, но тем не менее стресс для растения был, и бутончики мы скинули, остался всего-навсего один бутончик, с которого я сдувала пылинки, и вот наконец-то этот один бутончик у нас распускается. Та же шиллерианка, которую мы купили на выставке, вся была в бутонах, которая пахнет розой, вся такая красивая, но засушила свои бутончики. Так что я буду ждать следующего цветения. Это очень, конечно, сложно привести растение с бутончиками, чтобы это растение у нас дома зацвело. Вот растение что-то не пошло, что-то не так, и просто вот засушила свои бутончики. Практически все шиллерианки сбросили сразу все свои цветочки. Так что мы ждем следующего цветения. Огромное вам всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока.